стараюсь жить не по чувствам, а по закону. Потому что чувства могут быть разные. Вышел, солнышко светит, одно чувство. Упал, споткнулся, другое чувство. По чувствам жить нельзя. Надо жить по закону. И вот если мы начинаем жить по закону, я все больше и больше ощущаю и двигаюсь к тому, что есть истинный я. А почему вы говорите по закону, а не по благодати? А потому что это, понимаете, благодать – это что такое? Это не тварные божественные энергии. Вот солнце светит, а мы сидим под крышей, солнца здесь нет. А если мы выйдем на пол лица, у нас солнце, загорать будем долго – сгорим. Будем сидеть в подвале – будем беленькие совсем, покроемся плесенью. Вот что такое благодать. Благодать – это солнце, которое всегда светит. Господь, Он всегда светит, этот солнечный шар. Ночью я сплю, лежу, а Он светит. Поэтому благодать – это только то, в какой мере я вышел на этот свет.